вечер. Начинаем авторский вечер заслуженного деятеля искусств России, кавалера Ордена Дружбы, профессора Московской государственной консерватории Татьяны Георгиевны Смирновой. С днем рождения! С юбилеем! Сегодня телеграмма. Дорогая и уважаемая Татьяна Георгиевна, Союз московских композиторов, все ваши коллеги и друзья сердечно поздравляют вас, замечательного композитора, прекрасного педагога и чудесную женщину, с юбилеем. Вы очень много сделали для отечественного музыкального искусства за свою многолетнюю, плодотворную творческую деятельность. Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и еще долгих лет творчества. Председатель Союза Галахов. Татьяна Георгиевна, как пианистка, сохраняет чутко в своем фортепианном творчестве секреты русской фортепианной школы и передает их в труде замечательной книги «Русская фортепианная школа». Как просветитель Татьяна Георгиевна отдала 40 лет жизни знаменитому клубу сезоны Татьяны Смирновой в Союзе композиторов. И как пианистка, и как композитор Татьяна Георгиевна лауреат международных конкурсов. У Татьяны Георгиевны много произведений крупной формы, произведений необычных. Они искренне рождены временем и потому не всегда соответствуют классическому составу. Есть духовная опера, есть фольк-опера, а направление эко-музыка, когда тема связана с природой и с взаимоотношениями природы и человека. Как же это актуально? А сегодня вы услышите произведение камерной музыки. И вот, благодаря именно такому произведению, возникло трио необычного состава, не классического. 10 лет назад две студентки и одна аспирантка Академии Гнесиных очень захотели исполнить произведение Татьяны Георгиевны, которое сегодня закончит наш вечер, а откроет произведение для того же состава, для гобоя, виолончели и фортепиано. «Дивертисмент». Сочинение 62, номер 2, в трех частях. Сценка, серенада, финал. Части исполняются без перерыва. Исполняют Альвина Максимова, гобой, Жадира Абдигали, виолончель, Ольга Зайцева, фортепиано. Thank you.
Thank you.
Thank you.
конкурс исполнителей. Обязательным произведением для исполнения было произведение Татьяны Георгиевны. И победителем конкурса стал Валерий Попов. Арабески для фагота соло. Сочинение 59, номер 1. Исполняет народный артист России, профессор Валерий Попов. Thank you.
Мечут родники, как бы сквозь сон глубокий.
чаще от печали, безбрежная лазурь над головой моей, кругом красавицы, однако все сильней влекусь я в дальний край и в дней минувших дали. Зайдя на Аюдак и опершись о скалы, я созерцать люблю стремительный набег вол расходившихся и серебристый снег, что окаймляют их гремящие обвалы. Они, как чудищ, рать с отвагой небывалой, свирепым приступом берут кремнистый брег. Но вдруг как будто кто дорогу им пресек, бегут назад, меча нам жемчуг и кораллы.
романса на стихи Федерико Гарсия Лорки из цикла «Семь стихотворений Гарсия Лорки». Сочинение 23. Ночная мелодия, мадригал, колокола Кордовы. Исполняют лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории Елена Золотова. Лауреат международных конкурсов, студент Татьяны Георгиевны Николай Курдюмов. Thank you.
«Изломы судьбы» — это автобиографические зарисовки, и «Грани творчества» — это исследование музыковедов, исследование творчества Татьяны Георгиевны. Книгу можете приобрести в перерыве, компакт-диски с разными произведениями, прозвучавшими сегодня в концерте и не прозвучавшими. Перерыв 5 минут. Ждем вас. Позвольте с приветственным словом пригласить на сцену Майю Изиславовну Шинкареву. Честь от имени коллектива Российской Академии Гнесиной поздравить вас и от имени лектора зачитать вам приветственный адрес. Спасибо. Смирновой Татьяне Георгиевне, композитору, профессору Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации. Уважаемая Татьяна Георгиевна, примите поздравление с юбилейным днем рождения. Мы восхищаемся вашим талантом композитора, неповторимой красотой ваших сочинений. Не оценим ваш вклад в воспитание подрастающего поколения музыкантов-профессионалов. Премьера вашей оперы «Северный сказ», состоявшаяся на сцене концертного зала Российской Академии Музыки имени Гнесиной, превратилась в яркое, незабываемое событие культурной жизни Москвы. Вы добились вершин мастерства во всех сферах вашей многогранной деятельности, как композитор, пианист, педагог, музыкант-просветитель. В этот замечательный день желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения для реализации новых творческих планов. Ректор Российской Академии Музыки имени Гнесиной, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Галина Васильевна Майоровская. Концерта. Первое исполнение произведения. Романтическое послание Роберту Шуману для виолончели и фортепиано. Сочинение 103. В трех частях. Прелюдия, хорал, фантастическое скерцо. Части исполняются без перерыва. Исполняют лауреаты международных конкурсов. Федор Григорьев, виолончель. Иван Соколов, фортепиано. Thank you.
Селенцу. И у меня
Гарсия Пиццикато из цикла «Вокалиссимо» для голоса и виолончели, сочинение 104. Исполняют Елена Золотова, Максим Золотаренко. Thank you.
по правилам искусства «Леди Артист». Произведение это «Серенада весне», сочинение 62, номер 1. «Пробуждение, ликование». Исполнительницы: Альвина Максимова, гобой; Жазира Абдигали, виолончель; Ольга Зайцева, фортепиано. Thank you.
Для всех композиторов это имя Николая Яковлевича.
Я сердечно поздравляю с выходом книги, с замечательным количеством дисков, которые у Татьяны Георгиевны есть. И всегда ждем от Татьяны. Извините, так просто. Да? Но Татьяна всегда в поиске. Это очень важно для художника. Вот даже сегодня вот та программа, которая сегодня прозвучала, она в вечном поиске. И мы понимаем, что еще композитор что-то ставит. Дай Бог доброго здоровья, счастья и творчества. Спасибо. Просим дом композиторов, Московский дом композиторов, там будет, наверное, так я хотела бы в этом концерт, вот такой авторский тоже вечер, посвященный...